Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, що Верховна Рада прийняла законопроєкт про захист тварин і що він змінить. І сьогодні у нас в прес-конференції беруть участь Юлія Лінська, зоозахисниця, представниця благодійної організації «Екстрена допомога тваринам» та Вероніка Конькова, волонтерка. І слово, мабуть, надам перше вам, Юлію. Скажіть, будь ласка, що ж змінить все-таки цей законопроєкт? Є його плюси, мінуси, називають фахівці? Ну, этот закон, законопроект поднял огромную волну так называемого хайпа. На самом деле, просто подавляющим население не читало, не изучало этот закон, и просто начали спекуляции относительно того, что мы отправляемся этим законом там назад в первобытное общество и так далее. На самом деле этот закон призван соответствовать нормам Европейского Союза по части защиты животных от жестокого обращения. И внедрение ряда директив Европейского Союза, основанных на Европейской конвенции о защите животных. В частности, этот законопроект, он достаточно обширный, он включает в себя и отношение к домашним животным, и к беспризорным животным, к диким животным, к сельскохозяйственным животным, и также к природной среде и охране ее в том числе. Введены разные понятия ответственности, то есть в частности ранее не было разграничения обычного населения и должностных лиц. Сейчас есть четкое разграничение и установление норм административной ответственности, которая усилена для должностных лиц. Правила содержания домашних животных, они сейчас более строгие, они более регламентированы, более понятны. То есть введены в понятие жестокого обращения такие термины, как перевозка животных в транспорте, если она происходит с нарушением, оставление животных в транспорте, если температура воздуха выше 20, либо же ниже 5 градусов по Цельсию, натаскивание животных одно на другое, удовлетворение половых потребностей с животным, призывы, пропаганда жестокого обращения с животным. И каждому из этих пунктов введены более строгие меры лишения свободы, либо же ограничения свободы. Также запрещено дарить животных, запрещено организациям, турбазам, отелям покупать и содержать диких животных, либо же редких животных и птиц. Запрещены фотосессии с животным, попрошайничество с животными. Опять же, расписаны нормы, которые за эти нарушения предусмотрены. В отношении сельскохозяйственных животных, то есть тоже сейчас есть уже строго регламентированные нормы. Ранее эта тема вообще была не тронута. На сегодняшний день строго описаны содержание домашних животных, запрещено использовать животных, которые больные, травмированы, беременны на последние трети беременности, либо же недокормлены. Запрещено содержать сельскохозяйственных животных в местах, где происходит забой, либо же туши мертвых животных. Запрещено что-либо делать с животным до сельскохозяйственным, до остановки его сердца, то есть отделение там кожи, обшмаливание, деление каких-то частей тела запрещено, пока животное не будет констатирована остановка работы его сердца. Что касается содержания сельскохозяйственных животных, они должны в том числе соответствовать их
видовым, индивидуальным, породным особенностям. То есть у животного должен быть доступ к воде, к еде, ко сну, к движению и активности, которые соответствуют их особенностям. То же самое касается содержания домашних животных. Сейчас есть строгие параметры того, что домашние животные не должны содержаться на привязи, которая менее 20 метров, за исключением домашних животных, которые охраняют территорию. В таком случае эта привязь должна быть не короче 10 метров, но с поправкой на то, что у животного должен быть обязательно доступ к воде, еде и возможность укрыться от непогоды в случае погодных условий выше 20 градусов Цельсия и ниже 0 градусов Цельсия. То есть законопроект также предусматривает четкое разграничение, что такое заповедные зоны. Запрещено их сокращать, то есть ранее этого не было. Браконьерство с животными, то есть сейчас контроль за этим положен на Национальную полицию Украины. Будет опять изъятие средств, с помощью которых добывалась эта незаконная продукция, сама незаконная продукция. Запрещено содержание животных, змей, птиц, которые могут нести угрозу жизни населению. Запрещено выгуливать животных, которые потенциально опасные, породы, которые потенциально опасные, они утверждены кабинетом министров. Их запрещено выгуливать без поводка и намордника. Все животные должны быть чипированы и, соответственно, иметь возможность их идентификации. Это если очень кратко. А якщо ми говоримо про нюанси, тому що я в багатьох і волонтерів, і зоозахисників бачила, от вони ну, говорили, що є нюанси. От це питання до вас обох. Які нюанси є в цьому законопроєкті і що все-таки ще треба там допрацьовувати? Ну, это как обычно у нас часто происходит, гладко было на бумаге, да, забыли про овраги. Да, и в законе, в частности, в самой формулировке пункта 10-13, да, на 25-й статьи, которая запрещает содержание вот, вышеперечисленных там животных там и птиц для развлечений, да, для спортивных мероприятий, те же хищные птицы, они перечислены после ядовитых змей. И таким образом читается фраза, что запрещено содержание любых хищных птиц, не только тех, которые могут нести угрозу там, для здоровья и жизни человека. Да, естественно, что там орлана, беркута, даже конюка или филина содержать в условиях дома, квартиры нереально, и мы тоже с этим боремся, сами боролись до того, еще как был принят этот законопроект. Но получается, что под этот пункт попадают все мелкие и средние виды хищных птиц, которые сейчас являются частью экосистемы городов, и которые травмируются и попадают в руки людей в огромном количестве. Это там домовые сычи, ушастые совы, пустельги, ястребы-перепелятники маленькие, да, сплюшки и так далее. И вот... Да, есть, сейчас существуют несколько частных приютов, которые принимают таких птиц, да, и животных для их реабилитации, реинтродукции, если это возможно, либо для пожизненного содержания, которое ну, необходимо птице-инвалиду, которую нельзя вернуть в природу. Но, во-первых, количество приютов ограничено, во-вторых, их возможности ограничены, потому что они не могут расширяться бесконечно и принимать бесконечное количество птиц, которые прибывают и прибывают с каждым годом. Поэтому, когда человек, который нашел вот такую травмированную птицу, оказывается достаточно ответственным и понимающим всю специфику, и у него есть условия для того, чтобы эту птицу адекватно содержать, то мы с радостью такого человека консультируем, направляем к профильным ветеринарам и так далее, чтобы он обеспечил этой птице комфортную жизнь в домашних условиях.
И вот этим пунктом, получается, перечеркнули возможность такого содержания птиц. И вот, собственно говоря, мы не против законопроекта в целом. Он очень много важных норм действительно устанавливает, которые важны и нужны. И мы в больших количествах принимали вот тех самых птиц, отобранных у фотографов, неравнодушными просто людьми, с привлечением полиции, с привлечением активистов и так далее. Я сама участвовала в изъятии ворона из Кальянной, где он жил в подвале просто практически без освещения. Его там за одну ножку привязывали выгуливать по улице Короленко для привлечения посетителей. Да, туда пришла тогда я, туда пришли представители общества «Верность», туда пришел руководитель КПЗ «Контроль». И только после второго вызова полиции, при наличии там начальника КПЗ «Контроль», у нас все-таки приняли это заявление, потом вызвали оперативную группу, и мы все-таки изъяли этого ворона по протоколам. Да, мы поместили его сначала в клинику, там ему поставили диагноз рахит, потому что этот владелец его выкармливал неправильно. И потом он был передан в частный же такой же приют, реабилитационный центр, где он провел 1.5 года с взрослыми птицами своего вида. Потом он еще раз знакомился с дикими воронами, которые там живут в окрестностях. И только после того, как владельцы приюта оценили, что он может вернуться в природу, да, он был выпущен, он прекрасно себя чувствует на воле, в паре, прилетает к ним в гости, приводит подружку, и у него все хорошо. То есть и все центры, вот эти частные, они находятся на частных территориях. Это частные дома, волонтеры, которые занимаются реабилитацией и содержат часто невыпускных инвалидов у себя, они живут либо в частных домах, либо вообще в квартирах. И они понимают, что да, бесконечное количество животных они принимать не могут. Они оценивают свои возможности, и чтобы обеспечить условия, комфортную жизнь для своих питомцев, они берут столько, сколько они могут взять. Больше они не берут. То есть, более чем они нарушают закон. Да, и получается, что они нарушают закон. Да, в предыдущих законах, которые регламентируют там законы про тварыный свит, например, про Червоную книгу и так далее, там регламентировалась регистрация таких животных и птиц в экоинспекции. Но на практике это не работает. Если человек придет в экоинспекцию, на него просто посмотрят, скажут: ребят, вы чего? То есть нету реализации вот этих норм. Статус животных и птиц, которые находятся у волонтеров, они на сегодняшний день никак не регламентированы, то есть именно эти нормы не прописаны, не прописаны на сегодняшний день. И то, чего мы просим, это расписать четкие нормы. Во-первых, регламент регистрации приютов и реабилитационных центров для животных, диких животных, именно диких животных и птиц, потому что когда владелец вот такого мини-приюта у себя в Хароле пришел, хотел зарегистрировать, да, пришел, его сначала там, его кидали по кругу от Министерства юстиции на Минэкологии, от Минэкологии в экоинспекцию, вот так вот по кругу, потому что никто не знал, что с этим делать. Ему сказали: если бы это был приют для котов и собак, мы бы вас зарегистрировали за 3 дня. То есть там уже все расписано, там есть четкие алгоритмы действий, пакеты документов, которые нужно предоставить. Для диких этого не существует, потому что очень много нюансов именно по содержанию диких животных. И это кардинально должно отличаться от содержания кошек и собак, потому что птицы самые разнообразные попадают, это не только хищные птицы, это и массовые виды врановых птиц, да, вороны, сороки, там, так далее, те же голуби, аисты, лебеди, утки, и у них у всех отдельные свои индивидуальные потребности, которые нужно удовлетворять. Если, да, мы очень хотим прийти в Европу, но получается, что в Европе вот эти вот службы спасения диких животных и реабилитационные центры, они уже есть. И там, где запрещено содержание диких животных в домашних условиях, там есть службы и есть соответствующее заведение, куда этих животных могут принять. А у нас этого еще нет. То есть, получается, у нас запрет поставили впереди возможности куда-то этих животных определить. Мы только за, и мы за большое количество приютов, потому что ни один приют, ни один национальный парк, никакая экспозиция не сможет вместить то количество
инвалидов массовых видов, которые каждый год в связи с антропогенными факторами в большом количестве, да, это и там столкновение с автомобилями, с высотными зданиями, с линиями электропередач, отравление химикатами на полях, аисты в огромном количестве в этом году потравились, и вот приюты их выхаживали. Эти виды никому не нужны из вот крупных реабилитационных центров, потому что они в основном занимаются редкими крупными видами. Тот же эко-галич, у них прекрасные условия для орланов, там, беркутов, других крупных птиц, и никто из мелких реабилитационных центров с ними дело, ну, с этими птицами, как правило, дел не имеют, они их отправляют именно туда, где им могут обеспечить эти условия, и содержат у себя, как правило, ну, среднекрупный, скажем так, максимум, это вот коршуны, там, мохноногие конюки, например, и так далее. Юля, вам есть, там, тоже, мабуть, есть что додать, у нас еще 5 минут. Я хотела бы сказать о том, что в этот законопроект впервые введено такое понятие, как, в принципе, реабилитационный центр, что это такое. И самое важное, это то, что запрещено регулирование численности беспризорных животных любым другим способом, кроме как биостерилизации. Также запрещено домашних животных убивать, душить, топить и травить. В том числе это же касается и беспризорных животных. То есть раньше понятие об отравлениях и использовании отравляющих веществ не было включено в перечень жестокого отношения к животным. Поэтому это очень важный этап, направленный на борьбу с жестоким обращением с животными. Что касается ратификации европейских конвенций, я бы хотела сказать о том, что нам действительно еще нужно преодолеть очень большой путь, потому что законодатель и первооткрыватель в Европе была Англия. Я акцентирую, первые законопроекты о защите животных в Англии были зарегистрированы в 1822 году. Это практически 200 лет тому назад. Что касается Европейской организации по защите животных, она была создана в 1950-х годах, там, по-моему, 59-й год, и конвенции были приняты в период 60-й по 80-е годы прошлого века. То есть Европа, Канада, Америка, они уже прошли этот путь, и там действительно есть и реабилитационные центры для различных видовых животных. У них, в принципе, большое количество животных имеют, которые там свои специфики содержания, у них это все строго регламентировано. В принципе, Европа ушла намного вперед в плане того, что есть уже там кембриджские, да, соглашения, которые говорят о том, что не только человек – существо, которое способно любить, чувствовать, имеет интеллект. То есть сейчас ученые утверждают о том, что на это способны многие виды животных, в том числе и морские животные. Поэтому нам есть к чему идти, нам есть к чему стремиться, но на сегодняшний день у нас есть большой этап вперед в том, что запрещено не убирать за своими домашними животными экскременты. За это уже предусмотрены штрафы, и они строго прописаны для населения, для должностных лиц. То есть содержание в том числе и котов, и собак для населения, для должностных лиц, то есть это тоже понятие как бы очень важно, да, потому что должностные лица – это пример нашего населения, и, как правило, они в большинстве злоупотребляют своей властью в природоохранных зонах, это касается и изъятие, убийство редких видов животных, всевозможных растений. В том числе я хочу сказать, что Украина вводит запрет не только на отчуждение животных, которые занесены в Украинскую Красную книгу, но в том числе и в Международную конвенцию, там, в
дополнении втором, да. То есть это уже касается не только внутренней, да, части Украины, а уже и растения, и животные, и птицы, которые на грани вымирания в Европе. И мы тоже должны соответствовать этим нормам. Это очень важно. Вот тот же аист, я хочу вставить ремарочку, входит во второй додаток Бернской конвенции. И получается, что вот этот наш массовый вид, который, да, постоянно селится рядом с человеком и, опять же, там травмируется, травится и так далее, получается, что он получился под запретом частного содержания. Хотя очень многие люди в селах предоставляют таким аистам приют, да, те, которые там сломали, например, крыло и не смогли улететь, им строятся либо отдельные помещения, либо они запускаются в помещения для сельхозживотных, там, где им обеспечивается теплая зимовка, где им обеспечивается корм и так далее. И вот эти люди тоже оказываются вне закона. Тобто ще багато роботи, якщо так резюмувати, бо очень, у нас вже збігає фірний, да, час. То есть, мы сейчас с волонтерским движением и приютами для диких животных, мы подошли, вот, наверное, к той вот критической черте, к которой в свое время подошли волонтеры по домашним животным, да, котам и собакам, когда начали образовываться какие-то ассоциации, общества, прочее, начали строиться приюты. Вот мы сейчас подошли к этому же, то есть приюты сейчас будут легализироваться, да, они все будут оформляться как юрлица, там есть еще очень огромная масса вопросов юридических нюансов, да, там и по земле, и по всему остальному, на которой они находятся. Но мы сейчас стремимся к тому, чтобы, да, легализовать и расширить вот это движение, но нужно, чтобы туда привлекались для консультации профильные специалисты, не просто зооактивисты, да, которые за все хорошее против всего плохого, а именно те, кто работают с дикими животными, потому что когда писался этот законопроект, ни официальные, ну, эти вот реабилитационные центры и национальные парки, ни волонтеры, они не приглашались к обсуждению. И вот получилось то, что получилось, к сожалению. Ну що ж, дякую дуже вам за те, що так розказали про цю тему. Нагадаю, що сьогодні у нас в прес-центрі були Вероніка Конькова, волонтерка, також Юлія Лінська, зоозахисниця та представниця благодійної організації «Екстрена допомога тваринам». І говорили ми сьогодні про те, що Верховна Рада прийняла законопроєкт про захист тварин і що він, власне, змінить. Залишайтесь відкритим, бережіть себе.